Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Плеско Михаила. И, дорогие друзья, у меня сегодня для вас сюрприз. Я открываю новую рубрику «Креатив от подписчиков». Если у вас в сервисе есть что-то действительно интересное, чем вы готовы поделиться с людьми, снимите видео и присылайте этот видеоролик мне. Я со своей стороны опубликую его на своем канале. Вам реклама, мне контент. А сегодня я вам покажу действительно интересный случай. Сервисный центр Upgrade из города Сочи прислал мне видеоролик с модернизацией своего микроскопа. Оно действительно интересное. Погнали! Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Upgrade Service. Мы работаем в городе Сочи по адресу Донская, 15/1. Занимаемся ремонтом цифровой техники. Контактный телефон в описании видео. Сегодня у нас совсем необычный выпуск, который снят по просьбе Михаила Плюско. Впервые на канале обзор Samsung A600X Demo Unit, переделанный в монитор для микроскопа с функцией фото-видеосъемки. Для различных задач нужно использовать разное оборудование, поэтому есть люди, которым в принципе данное устройство не подойдет. Но речь пойдет о преимуществах. Преимущество – первичный простой функционал, работающий на операционной системе Android 8.0. С функцией фото-видеосъемки на 16-мегапиксельную камеру. Поддержкой разрешения на съемку видео Full HD. Камера была закреплена с помощью магнита. Выход в интернет осуществляется по сети Wi-Fi. Поддержка всех мессенджеров и соцсетей, таких как YouTube, WhatsApp, Instagram и так далее. Работает как от сети, так и от аккумуляторной батареи, емкостью 3000 мАч. Диагональ экрана 5,6 дюйма, 8-ядерный процессор 1,6 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, плюс возможность установки SD-карты. В основном время потребовалось на изготовление шлейфа для камеры, 2 штуки, 17 пин. Длина 15 сантиметров, в зависимости, что вам нужно. На этом я заканчиваю свой краткий обзор своей самоделки. Интересно ваше мнение. Хотели бы вы себе такое приспособление? Насколько бы оно было вам полезно? И где его еще можно применить? Ссылка на мой канал в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам видео понравилось, ставим палец вверх. Удачи!